Жизнь металлоломщика. Сейчас я попробую именно снять в таком сюжете про работу металлоломной площадки, прием металлолома. Если вам понравится длинный ролик, ставим лайк, пишем комментарий, и тогда увидите такие же ролики дальше. Спасибо. Любой мечтает зарабатывать огромные деньги и ни в чем себе не отказывать. Это Владимир Сомов. Его доход около 100 тысяч рублей в сутки. В эксклюзивном интервью нашей съемочной группе мы задали ему вопрос, что нужно делать, чтобы получать столько же. А я вам хуй что скажу. Потому что если я вам скажу, как зарабатывать деньги, вы будете так же зарабатывать. Вот это все стоит 47 тысяч рублей. Это все на нем. Вы знаете, себе тачку, блядь, хожу. Вот там оно идет. Какие-то фланги. Надо все сделать. Сидеть. Давай, пока надо. Идет нормально. На даче сидеть. Или монты, блядь, настоящие. Это не то, что китайское фуфло. Парень, блядь, это российское производство. Зарабатывать деньги, как и я. А нахуй оно мне надо. Поэтому идите нахуй. То есть, все, мы пошли? Да, идите нахуй. Нахуй, нахуй. Я могу вот так вау, вот так вау, вот так вау, вот так могу, вот так вау, вот так вау, вот так вау, вот так могу, вот так неплохие вещи. Сейчас какая-то мистика происходит, как будто человек за вагоном стоит в спецодежде. Видите? Видите, почему я про спецодежду, он таким же цветом. Видите, все стоит. Видите, машина грузится, выгружает, а тут никого нету. Новый год к нам мчится. Сколько упаковок это нет? Да? Конфетки, подарочки были. Чтобы резать не жарко было. Вентилятор выпал. Вот вы говорите, тяжело смотреть на губы, которые не можешь поцеловать. Хуета! Гораздо тяжелее смотреть на груду металла, которую не можешь сдать. Блин, капот. Слушайте, двигатель-то вообще зачет. Все прям свеженькое. Все нормально. Машина, в принципе, не ушатанная. Дверь зажала. Если вы в темноте увидели такой блеск, то значит, вам повезло. Вот такой товар, два мешочка. Кто знает вес, тот знает. Скоро 8 марта. Решил, какой подарок подаришь. Подарки, хренарики, жопу, праздники. Я устал. Новый год дари. Я все, я говорю, я больше ничего не хочу. Я хочу в деревню козу купить. А сколько стоит коза? Не знаю. Может, отдых душе устроить? Праздник нужен душе. Праздник. Я его долго... У этого мужчины лучшая работа в мире. Каждый месяц ему платят за то, чтобы он орудовал этим необычным инструментом. И, как видишь, он счастлив, потому что его работа приносит пользу для людей и нашей планеты. Этот инструмент собирает песок и... Ваш любимый инструмент как? А пассатижи, а что? Нет, музыкальный инструмент. А, ну там шарп, панасоник, там телефункин. Там. Нет, ну а астро, маяк? Ну если астро и маяк, ну тут без пассатижей точно. Я купил себе машину, думал круче не найти. Откатал на ней неделю, сдохла мать ее идти. Машина, блядь, ломается, в нее Павло вливается. А как захочу продать, то не получается.
пошел на его двор, боялся, что выстрелят. Не дай меня. Бля, едем мы, элементы фары дойдет. Давай, дойдя, кто не хочет выстрелять. И нету, давай. Жалко, мы не золотая молодежь, да? Мы такая медная. Медная молодежь, кто, блядь, трахался и поцарапал хуй в девятке. Лисянка для настоящих пацанов. Ковер. Если нужен, не знаете, куда ковер придет. Вот сюда, на трапе. Тара-тара-тара-та. Трактор летит. Голубенький трактор. Шмайна-шмайна. Так, что тут у нас есть? Ручки хромированные. Нормально. Вообще, люк. Ни хрена себе. Смотри, панорамная. Еще второе. Перенозили, закрывают. Так. Газель на разбор пошла. Сугробик такой. Все, припарковался. Автопарк. Наш автопарк. Вот такая елка с металлолома сделана. Ну что, Урал нашел своих новых хозяев. Поедет строить что-то. Снегири-нигири улетят и не поймаешь. Снегири, нигири. Хм, странное умозаключение. Хм. Ясен пень, что снегири, нигири. Ничто нигири, собственно, кроме... Людям дается одна пара на всю жизнь, чтобы просто прожить с ней до конца и сказать одну фразу. Я не себе пил фурой. Я купил ботинки, вот товарищ себе грязь. Месяц отходил, никаких хлопот. Срок гарантийный вышел, треск подошвы слышу. Фут бы на день раньше, почему мне не везет? Всего лишь. Нихуя себе всего лишь, блин. Через шлагбаум поехал. Да ну, давай обратно тут-то. Если длинные ролики вам понравились, пишите в комментариях, буду продолжать в таком же сюжете.